сегодня прям очень порадовали меня мои лошади. На Кэссиди Аш я сегодня в серебряном туре остался третьим, а на Фальконе удалось выиграть, поэтому доволен. Сегодня было очень интересно на прохождении маршрута, когда я его только осматривал. Я не заметил, что была альтернатива на 2 седьмых барьера. Я сначала считал к другому, а потом курс-дизайнер мне подсказал, говорит, тут же есть второй барьер, который может принести тебе много секунд. Вот, и еще был такой нюанс, что там было не 5, не 6 галопов, и мы с Ольгой, так, можно сказать, поспорили, что я сделаю там 5 галопов, она говорит, 5 будет очень сложно, потому что следующий барьер достаточно быстро. Я говорю, я постараюсь, ну, я постарался, вернее, моя лошадь постаралась, и у нас все получилось, я очень доволен. Ну, конечно, когда поддерживают, конечно, очень благодарен своим друзьям, которые всегда меня поддерживают, и даже вне поля всегда подбадривают, это всегда такая мотивация очень хорошая. Ну, как обычно, всегда по-боевому, очень с нетерпением жду, потому что для меня новые эмоции, и хочется, чтобы побыстрее, когда командный турнир уже приблизился, потому что вся ответственность, вся точка зрения – это только на командный, и мы готовимся к этому и постепенно подводим лошадей для того, чтобы выступить очень хорошо в командном турнире. Да, путь достаточно очень долгий, мы почти сутки едем всегда в Москву. В этот раз гораздо сложнее из-за погодных условий, но мне всегда нравится приезжать в Максимум. Здесь идеальные условия для проведения турниров, и всегда хочется сюда приезжать, потому что здесь массовость, здесь есть конкуренция, и это дает большой рост для нашего развития. И, конечно же, если бы не мои руководители, которые всегда меня поддерживают и всегда отправляют, доверяют, что с нашими лошадьми все будет хорошо и будет хороший результат. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителей, в частности, Кировский конный завод и всю свою команду. Еще хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить спонсоров моих, уже уж новых, да, магазин «Технология спорта». В частности, Карину Полянцеву за спонсорскую поддержку. Очень благодарен ей и спасибо ей большое.